Всем доброе утро. У меня 5 минут. Я на мойку записалась. Хочу показать распаковку продуктов. Вот что значит, когда в магазины не ходишь, потом от цен фигеешь. Так, это у меня без чека. Зятя нету в городе, мамы в городе нету. Мы сами на хозяйстве. Помидоры, красный болгарский перец и огурцы на 480 рублей. Я из той породы, кто не знает, сколько стоит килограмм помидор, килограмм огурец. Вот это вот купила на 480 рублей. В магазине 2220 с чем-то. Ничего не купила, а деньги потратила. Купила кокосовое молоко. Купила вот такое масло сливочное. Вот это масло больше всех люблю, чабан. Купила такое большое и вот такие вот купила. Пирог сегодня буду делать. Дети попросили что-нибудь сладенькое, решила пирог им сделать. Плов готовлю вот с такого золотистого риса. Золотистый рис один. Ветчину купила. Одну купила на 197 рублей, вот такой кусок. А это купила на 355. А нет, это колбаса, как она называется? Докторская колбаса. А это ветчина рубленная. Сливки купила тоже на пирог. Я пошла дальше. Так. Хлеб один такой серый взяла. Один вот такой черный с тыквой взяла. Не знаю, попробую. Молоко взяла. А, еще всякие помидорки взяла, валитки черри. Она вот такие любит. Из фруктов взяла только груши жесткие попросила. Попросили еще бананы и клубнику. Ни банан, ни клубник не нашла. Потратила 3000 рублей, ничего не купила. Все, сейчас я поеду на мойку, записалась. Сейчас поеду помою машину и будем жарить картошку. Буду делиться с вами вкусным рецептом жареной картошки. Так, закупила продукты, помыла машину. Только с мойки приехала кушать хочу. Уже у нас 11:25. Я еще даже чай не пила, не завтракала. Так, сейчас быстренько что-нибудь себе сфарганим. И будем жарить картошку. Сделаю плов и пожарю картошку. Так. Интересно, что он будет прям размораживать. Или так положу. Не буду. Пока есть кипяток, пока она разморозится, я с голоду умру. Сейчас чуть-чуть обжарим ее в масле. И она тут у нас на месте растает. Утром не успела позавтракать. Проспали мы. А, не проспали. Я же сегодня утром чай пила. Мне Карина чай. Ой. Тороплюсь. Вроде она уже с одной стороны обжарилась. Даже если не дожарю, буду есть хрустящую. Все отлично. Черный хлеб купила. Сейчас попробую. Черный хлеб с тыквой купила. Никогда такой не пробовала. Кусочек маленький попробуем.
И сразу жарить картошку. Плов с картошкой. Ну не плов с картошкой, а плов отдельно, картошку отдельно. В обед сажусь завтракать. Такая вот красота у меня получилась. Прочитала, в магазине прочитала тыквенный хлеб. Сейчас режу, что-то ни запаха, ничего нет, просто серый хлеб. Прочитала внимательнее. Заварной хлеб с тыквенными семечками. Надо, наверное, или линзы покупать, или одевать очки. Все вкусно, не посолила, не поперчила. Забыла. Не могу найти солонку. А мы уже половину вынесли во двор. Неудобно, когда во двор переезжаешь. Половина во дворе, половина дома. Посолили, поперчили. У меня еще привычка такая есть, когда я голодная, я быстро ем. Нужно же есть медленно, получать от приема пищи удовольствия, а я глотаюсь, когда голодна. Около 12 уже. Я еще обед не готовила. Ну, Людмилка просто у меня с подругой поедет после школы гулять. Они в кафе покушают, а Лолитка... Лолитка у меня до 3:30. Поэтому... Спокойно, никуда не торопясь. Кому хорошо, Мару утром встала, покормила, напоила, спать пошла. Все покушала, настроение сразу поднимается. И вот мне длинный волос уже мешает. Что с ним делать? Стричь. Надо стричься уже. Уже у меня косы заплетаются. Жара началась. Мешать мне уже этот волос. Плов буду готовить с курицей. У меня грудка осталась. Вчера детям отбивные делала с курицы, с куриной грудки. Оставила кусочек грудки, думаю, чуть-чуть им сейчас плова сделаю. Плов снимать не буду, буду снимать жареную картошку. Так, снимаю рецепт картошки. Заходим в кладовку, ищем картошку. Сколько у меня тут осталось? У меня тут картошки 4 штуки осталось. Будем жарить. Будем жарить 4 картошки. Больше нету, к сожалению. Так, берем картошку. У меня еще это не все. Мне еще сегодня нужно. Вытащили. Так, палочку мы убираем. Мне еще сегодня нужно рукодельничать. Каринины брюки вот тут у нее. ЧП вылезла, молнию сделайте. Потом что еще у меня на повестке дня? На платье подшить рукава. И Лолитке купили костюм. И убрать длину брюк. Так что картошка это еще не все. Так. Это... Вот такой кусочек у меня остался курицы, это на пол. Так, чтобы пожарить картошку, берем картошку, берем 4 картошки, рецепт, берем овощечистилку,
Сразу Андрея вспомнила. Андрюш, привет тебе большое. Чистим картошку. Была в магазине, что-то я думала, что картошка дома есть. Ну, обещала уже снять рецепт жареной картошки. Ничего, снимем. Снимем рецепт четырех жареных картошек. Картошку пожарю, потом нужно будет приметейку помыть. Что-то она у меня в таком состоянии. Мама, не горюй. Картошку почистили, помыли. Вырезаем все глазки. У меня мачете такая. Так, Александр, ты как любишь, когда соломка нарезает картошку? Как тебе соседка нарезает картошку? У меня девчонки любят соломкой. Сковородку масла. Чуть-чуть пусть масло прогреется. И добавляем картошку. Сейчас прогреется чуть-чуть масло. Масло у нас подогрелось. Отправляем картошку. Хорошо, когда картошки мало, она хорошо так прожарится. Никогда не жарю картошку с луком. Не с луком, ничего. Картошка, соль, перец и все. Поджарили с одной стороны, аккуратненько перемешиваем. Интересно, кто-то по-другому жарит картошку. В комментах обязательно делимся вашим рецептом картошки. Может, кто-то по-другому жарит. Будем учиться. Мне кажется, это блюдо всеми любимое. Как я раньше не могла поделиться этим рецептом? Забыла. Раечка, Александр, большое спасибо. Так, ну уже на этой стадии можно подсолить. И поперчить. Перемешиваем. Еще буквально каких-то пару минут, и картошка будет готова. Презентацию делать на тарелочку? Или так красиво? Александр, тарелки у тебя вылизывает кошка, когда ты покушаешь. А сковородку тоже кошка? Что-то мне это на ум пришло. Так, сейчас сделаем презентацию. Даже еще помидорки помою, черри, чтобы красиво было. Минутку. Так, берем тарелочку. Картошка готова. Без масла. Скидываем на тарелку.
Эх, я уже позавтракала. Не знаю, с помидорками вот так вот красивее. Все. Пробуйте готовить по моему рецепту, делитесь в комментариях. Думаю, моя картошка самая вкусная. Всем приятного аппетита. А мне нужна за морковкой. Плов решила делать, морковку не могу найти. Что-то все закончилось. Зятя 2 дня нету дома, ни картошки, ни морковки, ничего нет. Придется опять ехать в магазин. Еще раз покажу. Раечка, модный тракторист. Это блюдо специально для вас.